В течение 2022 года Дворец молодежи занимался реализацией данного проекта и были организованы различные мероприятия. Это и различные акции, акция «Сделаем будущее чистым», акция «Радость детям» и «Большая помощь маленькому другу». Также проводились консультации по вопросам развития добровольческого движения и реализации добровольческих инициатив. Семинары, тренинги по работе в единой информационной системе «Добро.ру». Помимо этого, в рамках реализации проекта 5 декабря 2022 года на базе Дворца молодежи прошло большое торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов работы добровольческих организаций, а также ярмарка волонтерских вакансий. По итогу проведенных мероприятий вовлечено более 3000 новых добровольцев, которые активно проявляли себя на протяжении всего времени.